Всем привет, дорогие друзья! С мясного Азербаба мы продолжаем проходить игру «Мое время в Сандраке». Итак, я за кадром сбегал в шахту, добыл себе железную руду, сейчас у меня слитки плавятся. Тут даже все готово. Зачем ты это сделала? Непонятно. Поставь, собрать. Вот. Слитки есть, в принципе, все есть. Тут пока еще все готовится. Давайте посмотрим, что нам там требуется еще дальше. Железная плита нужна, еще одна. Ну вот, давайте, в принципе, пока ее и назначим. Поехали. Смастерить. Минута 34. В начале того дня пришла как раз ко мне вот эта подружка. Как ее зовут-то? Сейчас вспомним. Где наше тут отношение-то? Вот, Элси. Приходила Элси и дала мне в подарок бычка. Бычка Якмеля, то есть у меня теперь есть бычок, теленок Якмеля, но его некуда ставить, потому что нужна другая, кстати, другая конструкция. Но я думал, появилась как раз курица, как раз потому что задание-то появилось с тем, что дали теленочка, но никого нет. Животных как не было, так и нет. У нас тут есть письмецо. Вот Арвио. Зарина, я только что говорил с Пабло. Не могу поверить, что тебе пришло в голову солгать о его гонораре. Моя сестра всегда говорит, избегая жадных людей. До сих пор мне казалось, что я следую этому совету. Знаешь же, хотя я всегда стараюсь добиться лучшей сделки для своего магазина, я бы никогда не опустился так низко, чтобы обмануть кого-то, как ты. Я благодарю тебя за помощь с рекламным счетом, однако я должен отменить обещанную скидку, по крайней мере до тех пор, пока я не верну разницу, полученную тобой в результате обмана. Раскрутил обман, окей, ладно. Привет, Зарина, еще раз спасибо за помощь с рекламным счетом. Вот деньги, которые я тебе должен. Всегда жду тебя в своем магазине и даже сделаю скидку. То есть там скидку сделал, а тут ничего не дал. Ну и фиг бы с ним, невелика потеря. Опять скафандр. То есть мне всякие какие-то скафандры дают зачем-то. Так, давай все это дело повыкладываем. Ага, слитки сюда. Вот. Ставить что-то еще, опять-таки, у меня уже нет этих ресурсов. У меня закончился графит. Графита нет, к сожалению. Камни, руины на станции Гекко. Все остальное вроде как есть. Бронзовых слитки не хватает, получается, медной руды. Но я туда, в ту шахту, не ходил. Ладно, пока подождем. Вроде как никаких все равно квестов у нас сами нет. Единственное, что можно, получается, смотаться, посмотреть, сдать ему фотографии, если получится. Все равно пока ждем. Да, и по заданиям, кстати. Поручение Сандрака я выполнить не могу, потому что у меня просто тупо нет ресурсов на это. Поэтому фиг бы с ним. Работа. Опять она ждет переглину мне, да? Ну, хорошо, давай тогда я его возьму. Да не это возьму. Вроде как у меня глина была 5 штук. Как долго я должен спонсировать этой глины? Вот в чем вопрос. А, как раз 5 последних. 5 последних глины, отлично, замечательно просто. Ладно, давайте смотаемся. Надо брать задание, потому что мне нужно 10 тысяч, чтобы расширить территорию. Но опять-таки, буду брать только то, что я могу сделать, либо то, что у меня есть в запасе в большом количестве. Все. Как всегда, вовремя, Зарина. Я как раз собиралась бежать. Куда бежать? Опять-таки, следующего дня. Но нет у нее ничего абсолютно. Так, у меня 1400 в наличии, да? Да, немного, конечно. Так, ну следующего дня я ждать пока не буду. Это пока тоже не могу. У меня, по-моему, только всего лишь две детали есть. Третья и первая. Второй до сих пор нету. Поэтому пока оставим вот этого задания, но смотаемся на кладбище сейчас. Скорее всего, просто нет задания из-за того, что фотографию эту я ему уже отдавал. Тогда, опять-таки, я не понимаю, а нафига тогда мне еще одна такая же фотография? Ну, как бы, почему в игре не засчитывается полученный результат?
Если я уже эту фотографию находил, я ее уже отдавал, зачем ее вновь мне находить? Какой в этом смысл? Любить себя однажды сможешь остаться в одиночестве. В таком случае лучше всего оказаться в приятной компании и быть в ладах с собой. Да, фотография ему не нужна абсолютно. Может, тогда мне просто продать, да и все. Ну, давайте пока к себе в торговую гильдию взять еще задание. Да и фиг бы с ним. Главное, чтобы не так сильно рейтинг пострадал от этого. Я вроде как был на первом месте, не хотел бы падать на второе. Ну, блин, он опять не догоняет, зараза. Что я могу сделать? Чугунные гвозди я не хочу. Это тоже брать я не хочу. А, это, кстати, могу взять. Принять. Это суперская труба, это суперское копье. Медный котелок, кстати. Могу. Два надо будет сделать, да? Ну и, в принципе, получается, что все. Я бы вот это вот взял бы, конечно, бы тоже. 12 гвоздей. А, взял все-таки, да? Отлично. Все, не могу. Подожди, продать. Не могу продать фотографию, кстати. Невозможно продать, нельзя выбрасывать. Зачем тогда мне ее с собой таскать? Вопрос. Ну, вот эту часть я, в принципе, уже могу собрать. Плита есть. Все отлично. Хорошо. Зачем ты вот это вот тащишь ее с собой? Где? Меняем местами. Хорошо, это я построил. Давай теперь смотрим дальше. А, нужно будет поставить тогда... Ну давай начнем туда с тебя. Каркас башни, опять-таки. Собрать. 6 железной плиты. Трубки есть. 2 остальных каркаса. 2 остальных каркаса и 6 железных плит. 2 остальных каркаса. Угу. Еще пока не готово. Класс, я могу только сделать 4. Ну, тут, получается, надо будет ждать тогда. Попробую сейчас поставить опять-таки сюда. Ну, вот ничего нету, получается, видишь? Опять ничего нет. А главное, шанс-то высокий получить флюорит, а я в итоге его не получаю. Ну ладно, тогда пока берем задания другие. Так, отсортировать. Не так. 6 штук мне надо. Так, с этим все. Дальше что нам требуется? Отлично. И последнее это чугунные гвозди. Блин, это стальной слиток требуется, серьезно. А, вот это, конечно, я сейчас зря взял, да? Ну, тут вроде как я получу 12 опять-таки, но не хватит на плиты. Так, подожди, это не здесь делается. Это делается вот здесь у нас.
Но это будет долго пока. Это пока будет долго. Давай тогда смотаемся. Сдадим эти два задания. Ну и под конец дня пойдем с вами еще пособираем ресурсы. Ну, металлолом всякий. Кстати, надо будет сейчас еще этот там с вами чертеж новый заказать. Отлично. Следующий берем. Так, она вроде как ко мне идет здесь. Куда лучше пойти? Стой, Грейс. Hello. Привет, привет. Bye. Счастливо. Ну, в принципе, по ей пока все тогда получается. Там ждем, пойдем собирать тогда ресурсы. Хлам опять-таки пособираем. Просто реально как-то очень быстро закончились слитки. Мне написали, что я не знакомился с Коку. Ну, сколько вроде как я знакомился уже. Видите, я с ней знакомился. А, осталось непонятно... Это что? А, это вернуть в аренду. Остался кто-то непонятный последний гость... Житель, так сказать, этого Сандрака. Мне кажется, все-таки как раз это будет Логан. Поехали добывать. Очень тяжело получается делать это вот каркас. Что стальные, что бронзовые, блин. Надо сейчас, кстати, еще пройтись по своим этим постройкам и почистить их от грязи. Чего держать? Не надо ничего держать, давай собирай. Так, там производится, здесь уже закончилось, хорошо. Итак, первым делом. Железные отходы. Ну и пусть будут медные отходы, кстати. Что-то очень медных много отходов у меня. Так, это с вами построили. Здесь плавится, плавится все. Ну, пока, в принципе, все, да? Давайте сейчас глянем, что у нас там с ресурсами. Добавляем сюда. И с водой, кстати, самое главное. Ну, пока, в принципе, есть. Хорошо. Вроде пока, в принципе, все. Пойдем туда спать. Ничего другого я тут пока уже не сделаю. А, вот, кстати, закончилось, отлично. Давай еще, получается, медные отходы. И резиновые отходы давай. Эх, забыл, кстати, блин, ну ладно. Завтра тогда зайдем. Подожди, надо тогда сначала почистить здесь.
Загадилась прям по полной. Как в известном мультике говорилось, чистота, залог, здоровье, порядок, прежде всего, да? Ну давай ты уже. Так, здесь что-то есть, но мало. Тут вообще ничего не собирает она. Отлично. О, сразу на два. Это прям хорошо. Вот это я понимаю. Так, все, закончил. Опять, он не дает, блин. Я не знаю, как добывать еще этот гребаный камень. Все, пошли спать. Главное выспаться сейчас. Никакого письма нет, но всякий хлам я получил. Еще одна рыба. Так, подожди, тут у нас мест нету. Здесь место есть, кстати. Отлично. Вот они, получается, эти. Телескоп. Две детали есть, нужна еще одна. Готово. Гвозди готовы. Надо будет тогда сейчас это задание сдать. Так, пока слушателю не пойду. Так, наверное, добегу. Опять требуется глина, но глины у меня нет. Рокки, никуда не заходи. Hello, hello. Держи. О, отлично, подружились. Я родился в отличный день, 2 числа весны. Это значит, что я должен помнить, сколько мне лет. Только один день в году. Хотя моя жена постоянно напоминает мне об этом. Молодец. Молодец. Так, ну в принципе все. Надо теперь ставить что-то плавиться. Стальной каркас. Что для него там требуется? Так, вот это, кстати, клапаны я могу сделать. А, у меня есть уже 2 в наличии, так что пофигу. Да, мне, получается, нужно еще 5 чугунных стержней. Да, еще 5. 5 чугунных стержней. Чугунные стержни делаются, на самом деле, вот здесь вот. Смастерить. Дальше, получается, нужна железная плита. Ну и в итоге смогу сделать только 5, только 4 железные плиты. Ну давайте хотя бы 4. Тут, конечно, еще один будет слиток, но этого мало. Я надеюсь получить слитки как раз с отходов. Поэтому. Гвозди-то я взял. Давай тогда я смотаюсь, еще нарублю лома всякого. И... А, ну гвозди же я сдал. У меня же никаких зданий больше нет. Да, точно. Гвозди я сдал. Еще искать глину я не собираюсь. В этих руинах тяжело найти глину, в тех руинах тяжело найти графит. Да. Ну, пошло дело. Опять-таки, возьмем еще парочку заданий, посмотрим. История фото плюс 1. Вот, теперь появилась новая фотография. Новая фотография появилась, соответственно, есть задание. Голубой луны.
А, нет, подожди, это не то. Или все-таки есть? Где моя карта-то? Не, есть фотография, отлично. Новая фотография есть, хорошо. Ничего такого подходящего нет. С каких камней я должен собирать? Может быть, с этих? Но это гравий, это не камень. Пойдемте узнаем новую историю про фотографию. На обратном пути не забыть заскочить, заказать новый рецепт у нашего профессора Ци. Ну и опять торговую гильдию получать деньги, заказы. Ох, это фото. Оно напоминает мне... Вряд ли нам больше 20 лет на этой фотографии. Это фото сделано вскоре после того, как мы встретились у Оазиса. Она управляла своим отелем, а я был садовником без особой цели. Мы встретились, когда я просто проезжал мимо. Меня мгновенно поразила ее страсть. Она рассказала мне о своей мечте поделиться красотой Сандрака со всем миром. Как странно, что эти горящие глаза, полные страсти, скоро наполнились слезами. А все потому, что ее мечта сбылась. Действительно, она делилась своим оазисом со всем миром, но мир не платил ей тем же. Ничто не вечно. Время, к сожалению, идет только в одном направлении. Может быть, Сандрак изначально был обречен на истощение. Я изо всех сил старался повернуть время вспять в пустыне. Я был всего лишь одиночкой, и мои поиски были безрассудством. Она выглядит такой счастливой на этой фотографии. Я почти забыл, как она выглядит, если бы я только остановил ее в тот день, когда она пошла проверять соломенную сетку. Ох, прости, я задержу тебя, да? Так, подожди, а что с ней случилось-то получается? То есть с ней что-то произошло? Офигеть, лошадь в воздухе. Когда она пошла проверять соломенную сетку? Ну, я думаю, мы узнаем про это дело тоже. У нас, по идее, по-моему, осталось только всего лишь два рецепта. А мне крайне необходимы силовые камни для исследовательских целей. Да, это подойдет. Пожалуйста, принеси мне. Силовые камни, хорошо. Так, ну давай тогда вот эту вот открывать. Силовые камни ему нужны. В принципе, у меня есть. Но опять-таки, просто сейчас возвращаться к нему, отдать силовые камни, у меня нет никакого желания. Поэтому, если не забуду, то возьму. Когда к нему пойду за новым рецептом. Что у нас там по рейтингу? Ну, пока я его опережаю, это хорошо. А, кстати, по календарю. Сколько у нас уже получается? А, еще, в принципе, долго. Итак, что я могу сделать? Я могу, в принципе, вроде как сделать фильтрующее ядро. Три штуки. Дальше. Петли делать не буду, потому что нет. Бронзовые заклепки могу. Отлично. Прям сразу же и отдать. Ну и можно попробовать резиновые кольца еще сделать. Отлично. Резины у меня много, поэтому почему бы не наделать кучу этих всяких колец. Так, что у нас получается? Здесь пока все. Так, чугун
А я что, тебе не отдал чугунные гвозди? Я же вроде отдал чугунные гвозди. Так, а кстати, где не делаются чугунные гвозди? Это надо будет сейчас забрать. Так, вот, кстати, кольца. Давай сделаем по максимуму. И еще закажу себе резиновых колец по максимуму. А гвозди чугунные, получается, делаются не здесь, да? Нет, здесь, кстати, делаются, отлично. То есть, выкладываем сюда. Так, надо, кстати, переместить, получается, сейчас этот курятник. Это железные отходы, кстати. Откуда все берется? Вот опять-таки, жалко, что нельзя построить какое-нибудь здание, куда эти машины можно было поставить, да? Выдели ты, пожалуйста. Чтобы они не пачкались. Плавить мне нечего. Что-то я сбился, что я хотел. А, подожди, у меня эти задания надо взять. Итак, три фильтра. О, блин, вот это я попал с фильтрами. Оказывается, требуется графит. Но это тогда надо будет за кадром идти в шахту опять-таки. Проблема тогда, проблема. Так, бронзовые заклепки 13. Ну и получается-то пока все, потому что кольца еще делаются. Давай хотя бы сдам заклепки. Отлично. Так, теперь, получается, надо будет переставить. Кстати, могу я это разобрать, допустим? Разрушить. То есть, если я разрушу, мне ресурсы-то вернутся? Непонятно. Ладно. Ну, в принципе, наверное, вернулись, потому что я могу снова... Нет, я не могу снова построить. Или могу? Нет, мне ресурсы не вернулись, построить я не могу. Хорошо, скотный двор. Опять-таки, видите, железные пластины, 4 бронзовых каркаса и 10 деревянных досок. Тогда лучшим вариантом это, получается, будет именно вот это вот все дело построить. Там хотя бы вывести якмеля, потому что якмель-то у меня один есть, и все будет хорошо. То есть 4 бронзовых, плит опять-таки не смогу, надо будет идти в шахты. Жалко, что ресурсы не возвращаются. Так, у тебя нет графита, да? Ну, вроде как доски я могу, в принципе, сделать. У меня хватает ресурсов. Бронзовые каркасы. 4, да? Ну, можем посмотреть, что будет с ним получится-то. Взял по ошибке, забрал. А могу добавить? Могу, в принципе, добавить.
все еще пока перерабатывается. То есть сегодня мы уже ничего не успеем. Хотя... вроде как трубки у меня готовы. Да, то есть я могу это сделать сейчас. Отлично. А что мне требуется для бронзовых каркасов? О, а мне нужно 4, да? Мне не хватает, получается, заклепок. А заклепки можно только здесь делать. И они пока не готовы. Ну ладно. Давай пока собирать то, что можно собрать. Все, осталось только 5 железных плит. Ну, поставить пока больше нельзя, потому что нет слитков. Может быть, сейчас что-нибудь я тут найду? Ну, давай, еще вот заказал как раз. Нормально вроде как. Можно дальше идти ложиться спать. Так, у меня, получается, тут не влазит. Давай еще к железные отходы. 10 штук. А сюда давай, наверное, резиновые. Либо вот так вот, давай, вот эти вот. Это сюда. Место есть? Места нету. О, отлично. Пока все, опять-таки, ложимся спать. Больше нам тут делать нечего. А, там вроде как я завалы собрал, да? Да, собрал, отлично. Ой, да ладно тебе. О, прикольно. Вот это, конечно, все плохо. Вот это все замедляет процесс. Так, ну резиновые кольца, в принципе, я могу, получается, сейчас сдать. И пойти опять-таки за хламом. Песчаная буря опять-таки все тормозит. А, Зарина, это ты. Что ж, я не отвернусь от тебя, но имей в виду, что я прекрасно знаю о твоем поступке. И та скидка, которую я обещал, можешь забыть о ней. Да, мне пофигу, абсолютно. На, держи. Все. Счастливо. Давай тогда еще в торговую гильдию зайдем. Блин, все равно на суточку отстаю. Всего на сутку всегда отстаю. Но здесь ничего нет. Опять-таки, стеклянные линзы. Можно попробовать взять. А там глянем сейчас. Все равно, получается, я за кадром смотаюсь опять-таки в шахту. О, как раз хватает.
Так, ему нужно... Подожди, силовые камни. Он сказал, что ему нужны силовые камни. Где бы мне их сейчас взять? Вот, отлично. Разделить на один. Все. То есть сейчас и задание сдадим, и подарок сделаем. Я бы, наверное, бы в музей бы сходил. Может быть, я смогу что-то собрать. Womit. Так, и через подарок. Отлично. Счастливо. Что у нас там по отношениям-то получается в итоге? Соратник. Никаких бонусов он не дает. Соратник. Ага. Соратник, ты до сих пор еще приятель. Все, пойдем. В общем, получается, мне осталось только пока здесь это дождаться 6 железных плит. Но опять-таки, на резервуар для воды требуется 8 железных плит. Опять-таки, требуется очень много слитков. Так, все здесь готово, отлично. Прям ровно 6. Ну все, осталась только последняя конструкция. Резервуар. Значит, клапаны есть. Этих нет. Бронзовых трубок нет. 4 штуки. Слитки есть. То есть 8 железных плит. И бронзовые трубки. Так, бронзовая трубка, получается, делается вот здесь, да? Да. Блин, и делаю не то совсем. Бронзовые трубки есть. И могу только сделать 2. 2 железные плиты всего лишь. Давай что-нибудь еще поставим делаться, да? Так, теперь надо подумать, где у нас с вами делается этот вот... Ага. Вот, крепкие деревянные доски. Заказываю 12 штук. Пусть будет. Отлично. Вообще проблем нет, почистил все хорошо. Каркасы 4 бронзовых мне требуется, по-моему, да? Так, надо, кстати, хлам собрать еще. Не забыть обязательно. Итак, бронзовый каркас 4 штуки. Ага, мне теперь не хватает слитков как раз. И еще заклепок. Ну, то есть сейчас я 2 сделаю себе, чтобы было.
Но опять-таки надо уже ложиться туда спать. Заказов больше никаких брать я не буду, то есть я потом за кадром смотаюсь, добуду графит. Но опять-таки нужна еще медная руда, чтобы сделать бронзу. Но медную руду я сейчас могу, в принципе, купить. Так, медная руда. Максималка. Марганцевая железная руда не нужна мне. Оловяна тоже не нужна. Ну, по идее, тогда все. Так, здесь что у нас? Пока все работает. Улучшать пока не буду, опять-таки. Мы с вами копим на улучшение территории. Так это разбирается? Не разбирается, ладно. В принципе, тогда получается все. Вроде пока больше ничего тут делать не буду. Так, могу еще кварц заказать? Ну давай, пусть будет. Добавляем тогда еще топливо. Сушить мне нечего, опять-таки. Бумага вроде как есть, 10 штук. Может, тогда еще бумагу заказать? Вдруг пригодится. Пусть сушится еще бумага. Отлично. Ну и пока все. Ложимся спать. Так, а я же хотел зайти этот в музей. Сюда. Мало плит, мало плит. Так, бронзовые трубки, кстати, есть. Давай это сейчас и добавим, в принципе, их. О, наконец-то флюорит. Все, осталось только еще 6 железных плит. Опять-таки, железные отходы. Ну пусть будет медный отход тогда. Так, и сюда. Ну давай пусть будет деревянный. Флюорит. Ну давай здесь пусть полежит. Вот где я делал трубки, не помню. Это стержень, значит трубки делаются все вот здесь. Thank you.
А, кстати, это не сюда. Так, что у нас? Медных трубок 7, этих 6, 5, 3, 8, 6, 18, 147, 17. Чугунная труба, это стальной слиток, это я как раз сейчас буду его использовать для себя. Петли, опять-таки, тоже стальной слиток. Делаем еще плиты. Еще две плиты. Ну окей. То есть смотри, мне сейчас если делать каркасы... подожди, я, кстати, еще не поставил-то делаться бронзовые эти. Отлично. Хорошо. Потом еще куплю руды и будет все прекрасно. Так, у нас какое-то есть задание. Да, отлично. Блин, нету лошади опять. Кстати, а по заданиям сколько там еще времени? О, 3 дня. Нормально. Можно будет даже что-нибудь еще взять. А, так это этот торговец. Как удачно, что наши пути пересеклись. Так уж вышло, что ты мой первый покупатель за сегодня. Скажи-ка, как идут дела у вашего брата? Отлично, спасибо, что спрашиваешь. Превосходно. Я тут вспомнил. Я ищу кого-нибудь, кто бы мне посодействовал в одном дельце. Если сомневаешься, подойдешь ли на эту роль, то можно слабо подзаработать. Не хочешь послушать? Хорошо, почему бы нет? Ты же знаешь о готовке, верно? Это же как строительство, только с едой. Вот в чем мой интерес к тебе. И нет, не нужно искать профессионального повара. Это слишком дорого. Короче, путешествуя по Сисай, я собрал несколько уникальных местных перцев. Они там бывают очень острые, вызывающие оцепенение и невероятно пикантные. У всего этого неповторимый вкус, полезность, а главное, они подходят почти к любому блюду. И под любым блюдом я имею в виду лапшу. Как у знатока лапши, у меня есть чутье на вещь, которая делает ее особенной. И вот что я думаю. Эти перцы могут быть тем самым ключом к лапшичной нирване. Но зачем набивать только живот, когда можно заодно набить и наши кошельки? Уверен, стоит только кому-то приготовить блюдо, что я задумал. Люди десятилетиями будут выстраиваться в очереди, лишь бы понюхать его. А что я? О, я не умею готовить. Ближе к сути. У тебя есть кухонная плита? Значит, ты подходишь для этого, как никто другой. Сделаешь правильно, и я продам рецепт во все свободные города. Прибыль поделим максимально, честно. Дружеские 70 на 30. Соглашусь, только 50 на 50. Ну и ну. Играешь серьезно? Вот что я скажу. У меня сегодня хорошее настроение, и ты мне нравишься. Я уступлю и дам тебе перцы, но ты не думай, что мое первое предложение было нечестным. Хорошо, значит договорились. Я надеюсь, ты переуспеешь там, где провалились другие. С любым я буду максимально точным. Для начала возьми кости для бульона в качестве основы. Лапша должна быть сделана вручную из муки. Перед тем, как заварить, добавьте немного листовых овощей, а также приправленное свежее мясо. То есть смотри, я даже сейчас прям на листочке себе запишу, чтобы просто не забыть. То есть нужны кости. Кости. Затем, значит, мука. Овощи листовые. А что здесь листовые овощи? Какой-то типа салат. И свежее мясо. Что-то еще? Тогда пришло время добавить перец. Я смешал 18 перцев и специй, чтобы сделать свою собственную секретную приправу. Мои чувства покалывают от одной мысли об этом. Строитель, если ты справишься, мы станем частью кулинарной истории. В любом случае, у тебя на все про все 3 дня. Ты же меня знаешь, верно? Я не остаюсь на одном месте дольше 3 дней. Обычно больше 2. Для тебя я сделаю исключение. К тому же, кругом полно других кулинарных умельцев, знаешь ли. Найди меня, как приготовишь блюдо. О, прикол. Слюнявая лапша. Так, ну давайте, во-первых, зайдем в магазин и попробуем поискать листовые овощи. Так, листовые овощи.
А ты считаешь листовым овощем? Вот в чем вопрос, кстати. Или прям конкретно нужны листовые овощи? А где мне сюда их взять? Кстати, можно будет сейчас сахара купить. Давай вот все по максимуму возьму. Муки у меня хватает. И рис еще возьму максимум. Все. До свидания. Но я все равно, получается, на сотку. Перегоняю только на сотку всего лишь. Ну, могу взять еще, получится, кольца. Дубленую кожу 6 штук, это вообще без вариантов. Это не то. В общем, попытаемся сейчас приготовить. Ой-ой-ой, как тут замело-то все. Мука. А, тут еще свежее мясо требуется. А свежее мясо то лучше взять с ягмелей. Так, вот это все тоже возьму. Так, ну пойдем поделимся с ягмелями. Быстро мы с ними, да? Ну, в принципе, и все. Кости. Вопрос, что за кости? Костей вроде как у меня нет. Так, кастрюля. Что за кости? Мука. Ну, допустим, мука. Затем мясо. У меня есть, только нет костей. Не знаю, ребрышки подходят как в качестве костей. Не ясно. Во, слюнавая лапша, отлично. Рецепт готов. Прекрасно. Давайте теперь все это дело тут оставлять. То есть это сюда, 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 сюда. Так, набор для инструмента вообще почему-то здесь делать непонятно. Шкура всякая. По-моему, сюда, наверное, можно будет сложить. Инструменты, ну, куда-нибудь сейчас сложу, где есть место. А, вот, кстати, кости животных. Может быть, как раз с них можно что-то готовить? Ремесленный материал. Кстати говоря, а где у нас тут был ткацкий? Вот. А дубленая кожа, это получается нужно вот, грубая кожа 4 штуки, а там мне надо было 6, то есть это очень много. Они добываются с монстров. Ладненько. Пойдемте сдавать. Надо сейчас лошадь себе взять. В аренду. И, кстати, заодно еще посмотрим, может быть, появились куры. Не
нет, вообще никого нет. Тут только чисто почему-то одна еда. А, так подожди, это вот здесь, наверное, покупается-то, ё-моё, я не там искал. Да, вы можете покупать или продавать животных в лавке «Блуждающий я». После приобретения животных они появляются в соответствующем жилище. Здесь представлены все детеныши животных, которых можно приобрести. Выбрав животное, вы увидите необходимое жилье для него, а также продукт, который оно будет производить после того, как вырастет. Здесь вы также можете продать животное, которое у вас есть. Блин, серьезно? А, вот это сейчас обидно. То есть, смотри, он будет, получается, производить мне молоко, рог и шерсть якмеля. А молодая курочка будет давать перо и яйцо. Молодой петушок только перо. И Флоппи будет давать шерсть. Ясно. Ну, хотя бы уже разобрались. Блин, мне уже мало денег осталось опять-таки. Вроде было 5000, а уже ничего нету. Пикантный бульон. Пробирает до костей. Это якмель? Отличный выбор. Ох, какая свежая лапша. И овощи сбалансировали остроту. Даже моей жене бы понравилось, она бы... Упс. Чуть лишнее не сказанул из-за лапши. Мастер, у тебя получилось. Блюдо вышло изысканным. Я принесу его во все свободные города. Полагаю, спрос будет велик. Боже, ты не поверишь, сколько людей до тебя пыталось воплотить этот рецепт. Но ты... Тебе удалось. Кажется, сама лапша подвластна твоей воле. Думаю, назову ее как же невероятно фантастическую вкусно. Это на сисайском. Заставляет пускать слюни от удовольствия. Меня точно заставляет. Сделаю это торговой маркой. Короче, я собираюсь поговорить с владельцами ресторанов в других городах. А ты пока можешь продать рецепт здесь, в Сандраке. Может, тебе удастся уломать хозяина салона, как там его, Джо? Только смотри, не соглашайся меньше на 200 гольдов, понятно? Ладно, мы же вроде как партнеры, так что научу тебя парочке деловых приемов. Первое правило удачной сделки. Начинай плавно. Не переходи сразу к делу. Спроси сначала что-нибудь про семью, помнишь, как я это сделал? Второе правило. Всегда давай им понять, что у тебя есть другие варианты. Держи их в напряжении. На этом все. Я выдвигаюсь. Твою долю пришлю позже. Хорошо. А что ты, кстати, продаешь? Так, атака, сила способности, атака. Большой контейнер для хранения. Неплохо, в принципе. Очки защиты, ХП, атака. Плетеное кресло для досуга. Для досуга винтажный пистолет. Ну, ничего интересного нет. Могу что-нибудь собрать там? Да, могу собрать. Отлично. Могу собрать даже... Нет, камеру не могу собрать. Камера-то у меня есть в наличии. Так, ну давай попробуем... Серьезно, куда туда ставить-то? Я чуть не могу понять. Все почему-то ставится вот сюда. Ну давай. Ну давайте рыбу берем. Вроде как бы все. 17, надо еще 3 штуки сдать. Надо сейчас поговорить с Оуэном и, в принципе, заканчивать на сегодня серию. То что-то как-то я вот уже заигрался, так сказать. Серия явно будет больше часа. Привет, Сузарина. Тебе что-то нужно?
А как идут дела у вашего брата? А? У меня нет братьев, Зарина. Что это на тебя нашло? О, я понял. Это, наверное, какой-то модный способ спросить, как у кого-то дела. Видишь, я все еще на волне, чтобы тебе Грейс не говорила. Как им дела? Дай подумать. Честно говоря, в последнее время дела идут на спад. Думаю, народ устал от одних и тех же блюд. Фирменные блюда Голубой Луны уже не кажутся фирменными. Вот как идут дела. Я вернулся на кухню в надежде выдать что-то новенькое и необычное, но пока это ничем не кончилось. Если бы только нашел кто-нибудь, кто внес бы нотку разнообразия в мое меню. Эй, кстати говоря, у тебя не так давно появилась кухонная плита, правда? Как там дела? Нужна пара светов, а? А я готовлю только самые обычные блюда. О, да. Может, из этого что-то и выйдет. Всем нравится хлеб, рис, все такое. Если найдешь способ внести разнообразие, то да, это как раз то, что мне пригодится в салуне. Ну, не заставляй меня ждать. Это все было не просто так, у тебя определенно что-то на уме. Я вижу, вижу. Давай же, Зарина, хватит нагнетать. Расскажи уже свой секретный рецепт. А, ага, особая смесь из 12 сицилийских перцев. Честно сказать, звучит очень остро. Я даже не знал, что у них там есть столько разновидностей. Ладно, ладно, что еще? Как это приготовить? Значит, рецепт принадлежал загадочному торговцу. А, вот оно как. Ты не можешь просто так все рассказать? Ладно, Зарина, предлагаю сделку. Сколько ты хочешь за слюни удовольствия? 2000 гольдов я хочу. Ух, ай. 2000? Многовато, не находишь? Что если мне не удастся продать ни одной этой слюнявой лапши? Это сильно по мне ударит, знаешь ли. Может, снизишь цену? Ладно, 200 гольдов. Ты хорошо торгуешься, но... Ладно, думаю, сначала нужно попробовать, хотя, может, я не смогу угадать ингредиенты, это правда не очень честно. Но 200 гольдов за лапшу? Мне нужно время над этим подумать. Мейбл считает, что за 200 нормально. А, правда? Мейбл? Она, конечно, хорошая женщина, но что-то мне не хочется, чтобы лапшу забрали у меня из-под носа, как ни крути. Вот что я скажу. Раз эта лапша так всем нужна, как насчет двойной платы? Но только если слюни удовольствия будут эксклюзивом Голубой Луны в Сандрике. Договорились? Вот, приятно иметь с тобой дело, Зарина. Кажется, ученик превзошел учителя. И за такое короткое время. Если найдутся минутка, покажи Грейсу пару приемчиков. В любом случае, я воспользуюсь твоим рецептом и дам тебе знать, что думаю. Большое спасибо. Хорошо. Так, а рецепт можешь какой-нибудь новый дать? Делиться рецептами? Не знаю, мне сейчас нет времени. Понятно. Ну и ладно. Ну что ж, тогда получается я отправлюсь за кадром в шахты, добуду еще графита и руды, чтобы все дело это закончить. А в следующей серии с вами уже, я думаю, закончим с резервуаром и посмотрим, что будет дальше. На сегодня все, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.